Мы рады вас снова видеть в этом замечательном зале. И сегодня у нас есть особенная причина с вами вновь встретиться. Сегодня мы празднуем и отмечаем творческий вечер. Вы видели, наверное, здесь был прекрасный творческий вечер. И ансамбля, и нашей заслуженной артистки России Галины Кашиной. Вы знаете, есть хорошее изречение. Сила б гору своротила, да только как, не знает сила. Ум бы гору своротил, да вот не хватает сил. Им вдвоем бы вместе лучше было, подтверждает жизнь сама. Хуже нет безумной силы и бессильного ума. И вот сегодня наша заслуженная героиня, по праву заслуженная артистка России, смогла соединить в себе и тот самый прекрасный ум и замечательную творческую силу. И сегодня она перед вами. Галина Кашина у рояля. Елена Еменкова. Знаете, обычно выхожу на сцену, разговариваю, говорю хорошие слова. А сегодня нет такой возможности, но есть другая возможность поделиться с вами словами своих песен, вернее песен, которые я исполняю. И, наверное, программу надо было называть как-то по-другому. Например, так. Через любые километры от сердца к сердцу летелось. Я вас очень люблю, своего зрителя. Той энергетики, которой мне не будет хватать, она будет идти от вас. Я рада, что мы пришли друг к другу в гости. И сегодняшний вечер мы наверняка с вами проведем очень тепло. У рояля Елена Леменкова. Реченька. Русскую, как два.
вокруг.